Всем привет, с вами Крэкс. Мороз и штормовые ветра. Тысячи километров по замерзшей тундре и горным перевалам. Стоя на нартах или бегом за упряжкой. Только что была предыстория. После этого мы поехали в магазин, купили санки и уздечку. Поскольку сюда была помещена пятая точка большого масштаба, данная деревяшка не выдержала. Вот так вот выглядят санки. Они немного проломаны. Проломали мы их совершенно случайно. Следующая немаловажная вещь – уздечка. Шлейка. Она используется, чтобы собаке вся нагрузка шла на грудь, а не на шею. А вот это обычный поводок, который мы привязали вот так вот к санкам. И с помощью этих двух вещей я смогу воплотить мечту практически каждого ребенка. Пронестись на санках с огромной скоростью по прямой. А сейчас самое сложное. Надо надеть на Реда шлейку. Truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. Еще вот такой вот лазерной указки. Эта указка достаточно мощная. И то, что родители нам говорили, что не свети в глаза, все дела, здесь это правда работает, поскольку такой указкой можно их и выжечь. Погнали! С вами Крэкс. Все.